На курорте с начала года работают рейдовые группы. Их цель – контроль за ценами на лекарства, которые входят в перечень жизненно важных. В составе комиссии – представители муниципалитета, прокуратуры и Росздравнадзора. По поручению мэра к этой работе привлечены и волонтеры. Мы собрали волонтеров на совещание, объяснили задачу, разработали эту карту благожелательности, такая же, какая у нас была в учреждениях здравоохранения, теперь у нас есть в наших аптеках, и объяснили, каким образом работать. Наши волонтеры эту работу выполнили. Сегодня мы после обеда встречаемся, я получаю от них заполненные нашими жителями карты благожелательности по всем аптекам. И о результатах я вам доложу на нашем вот общественном совете. Давайте мы общественный совет по здравоохранению посвятим как раз вот этой теме. И на этот совет надо пригласить всех руководителей аптек вот, с глубоким анализом. И если понадобится, на этот же совет пригласите прокуратуры, правоохранительные органы. Те, кто до сегодняшнего дня нарушают, те, кто не выполняет наши рекомендации, должны понести суровое наказание. Также говорили о финансировании и поставках медикаментов для льготной категории граждан. По словам Марины Вартазарян, проблем нет. В этом году в аптеке города будет поставлено таких лекарств на 83 миллиона рублей.